Добрый день, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша Сочный. И я предлагаю со мной сегодня отправиться на восток, где произрастают вот такие потрясающие ягоды под названием... Угадали? Да, дыня. И прежде чем мы с вами сделаем сок из сорта дыни Пиел де Сапо, я предлагаю вам узнать о дыне все самое-самое вкусное, полезное. Поехали! Самое дорогое в мире сорт дыни считается... Дыня королевская, сорт юбари, которая скрещена с двух сортов мускусных дынь, Elf's Favorite и Bepi. Произрастает этот сорт дыни на острове Хоккайдо. На аукционе в Сингапуре пару дынь продали за 24 600 долларов. Самая тяжелая в мире дыня была выращена в Соединенных Штатах Америки. Ее вес составил 118 кг. Самая маленькая в мире дыня размером с грецкий орех. Собачья. Самое интересное название дынь, которые мне показались. Паспорт, ирокез, торпеда, капучино, собачья. И их в мире около 3000 сортов разных форм и видов. Ну а теперь мы возвращаемся от интересных цифр к нашим реалиям, то есть к нашим дыням. Итак, их вес составляет 2 кг 12 граммов. Для начала нам нужно разрезать наши дыни, и нож очень легко разрезает дыню. Это говорит о том, что дыня зрелая и спелая. Очень красивый цвет, аромат, друзья, стоит просто неимоверный. Дорогие зрители, не знаю как вам, но притягивает ко мне этих дыни. Вторая дыня также очень легко разрезается, она также спелая. Мы видим мякоть в середине нежно-желтого цвета, аромат также насыщенный. Вкус, я думаю, будет соответствующий. Ложкой мы выбираем все семечки. И не выбрасываем, попробуем сделать один эксперимент. Какой? Увидите. Друзья, аромат нереальный, просто фантастика. Немного ускорим наш процесс очистки от кожуры и разрезания на кусочки. Собственно, вот так выглядит наша дыня, которую мы будем отжимать и делать с нее сок. Включаем нашу соковыжималку и начинаем выдавливать сок. Очень легко машина справляется с этим. Кусочек за кусочком шнек захватывает нашу дыню. Аромат стоит, я уже говорил какой. Чаша быстро наполняется. Напомню вам, что мы отжимаем сок из сорта дыни Пиел де Сапо. А теперь немного фактов. Пиел де Сапо – экзотический сорт родом с Канарских островов. В отличие от обычных дынь, плоды Пиел де Сапо обладают уникальным освежающим ароматом и вкусом. А сейчас... Мы меняем насадку на более крупные отверстия и попробуем сделать эксперимент, о котором я вам говорил. Да, мы попробуем отжать жмых, который у нас есть, чтобы, как сказать, так сказать, выдавить максимум сока. Вот, сначала мы жмых закладываем в машину, отжимаем с него сок, а теперь косточки, в которых очень много влаги, а также вот те прослоечки, которые в самой дыне, и они очень много насыщенные влагой, мы с них также отожмем сок. Вкус дыни напоминает подтаявшее мороженое. Период созревания 75-80 дней. Дыни овальные, с прочной, немного неровной кожурой. Цвет грязно-зеленый. На бугристой поверхности мелкие прожилки и трещинки.
Кожура похожа на кожу жабы. Название сорта переводится как «жабья кожа», вес до 2 кг. Полезные свойства. Это в первую очередь органическая вода, крахмал и сахара, белки и углеводы, пищевые волокна, а также витамины, калий, магний, фолиевая кислота, фосфор, кальций, кремний, свободные органические кислоты и не только. В дыне содержится большое количество фолиевой кислоты, витамин В9. Ну вот мы отжали наш сок дыни. Напомню, у нас был вес 2 кг. И мы видим, что у нас сока получилось где-то 1,2 литра. Отлично! Мы видим очень такой красивый кремового цвета сок, светло-желтый. Перемешаем наш сок перед тем, как будем пробовать. Друзья, настает самое мое любимое место. Это проба сока. Хочу растянуть удовольствие, когда наливаешь ароматный, вкусный сок, которого вы никогда не купите в магазине. Пробуем. Друзья, это просто фантастика. Невероятно вкусный ароматный сок. Напомню, что наш сок из дыни мы отжали на соковыжималке Sana Juicer by Omega от компании Sana Ukraine. Всем подписчикам моего канала 5% на всю технику для здорового питания от компании Sana Ukraine. Также 10% на всю продукцию компании Земледар Украина. Промокод в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, не забудьте нажать колокольчик. И с вами, как всегда, Саша Сочный, канал Путешествия и Здоровья. До новых встреч и будьте здоровы!